Я всю жизнь живу с очень низким давлением и пульсом. Ну, вот это типичная история для вегетососудистой дистонии. У нас процентов 30 на наших курсах это женщины с вегетососудистой дистонией. Я сама такая. Но я уже не раз говорила, я в свои 50 лет вот с лишним чувствую себя лучше, чем в 30. И даже чем в 25. Потому что я научилась, как эти симптомы правильно проживать. Я научилась, как быстро за полчаса себя поднять, как изменять аромамаслом для себя, как делать точный массаж, как, то есть, если мне надо активно действовать. То есть, и поэтому я сейчас могу, я сейчас вспоминала, да, я могу сейчас на самолете там 5 часов пролететь, встать и пойти еще и целый день ходить по городу. А в 25 лет, если бы на самолете пролетела, все, я только трупас. Никаких вариантов быть не может. Вот как раз хороший вопрос. Как вылечить вегетососудистую дистонию? Вы, видимо, недавно присоединились. Я вам говорю, что 30% у меня на курсе люди... Это не болезнь. Это тонкое устройство. Понимаете, вот микроскопом нельзя забивать гвозди. Есть люди, которые предназначены для того, чтобы за собой, как бурлаки, тащить эти баржи. Или как отбойный молоток пробиваться в горы. А есть люди, которые для того, чтобы улавливать разные потоки. Так вот, вегетососудистая дистония – это более тонко устроен организм. Но если вы не научились владеть своими мыслями, если у вас есть страхи, если вы боитесь кого-то, вы не цените себя и не умеете дарить, то есть подключаться к душе, то эти симптомы вам сильно отравляют жизнь. Если вы этому всему учитесь, а этому посвящен весь мой сайт, то вы становитесь управляющим этими процессами, я об этом уже сказала. Дыхательные практики, физическая активность, водные процедуры, но самое главное – мировоззрение.